Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Простая идея, интересное оформление не вазонами, а стилизованными такими катками. Сама вот эта катка сделана из дерева и стянута обручем. Два железных обруча, один снизу, другой сверху, покрашена темно-коричневой краской и высажена внутри алоэ вера. Он здесь круглый год. Это вечно зеленое растение, полезное. Очень просто и достаточно мило. Интересно смотрится. Именно не вазон пластиковый, допустим, установили, а вот такую вот деревянную катку. Она сочетается с домом, а именно с забором, с воротами. Посмотрите, как красиво смотрится в общем стиле дома. Забор точно так же покрашен в один цвет. Он двойной. И еще здесь такой стилизованный горшочек. Но он в общем дизайне дома выглядит тоже достаточно мило. Вроде бы как такая маленькая деталь. Он сильно и не выделяется на фоне. И в то же время как-то обыгрывает общий вот такой стиль кантри. Кстати, посмотрите, и фонари, фасадное освещение тоже выдержано в одном стиле. И цвет, и форма. Такие ворота деревянные выполнены. Катка, горшочек. Две катки, одна справа, другая слева у входа. И видите, как красиво в одном стиле выглядит. Интересно, никаких особых излишеств, достаточно симпатично смотрится. Как на ваш взгляд такая идея? А с вами была Георгиевская Татьяна. Жду вас на канале Тати Гео. Если видео было полезным, ставьте палец вверх. Пока-пока!